Шалом, уважаемые дамы и господа! С вами раввин Алекс Артовский, Марина Роща, Москва. Ибо множество мудрости добавляют злость. Множество знаний добавляют боль. Что имел в виду великий, мудрейший царь Соломон? Человек, который набрался мудрости, увеличил свои знания, попадает в общество людей, которые ниже его по уровню, по статусу, по мудрости и так далее. Он смотрит на них, как на нелюди. Он смотрит на них, как на тех, кто не хочет продвигаться вперед. Он начинает их осуждать, что вызывает у него злость, а у них вызывает боль. И в конце концов, все, что он добился, идет на смарку. Мы же набираемся мудрости или знаний для продвижения в этом мире. А если это все вызывает боль и злость, оно никому не нужно. Поэтому предостерегает нас царь Соломон и говорит: ребята, будьте очень осторожны с гордыней. Даже если у вас есть талант и познания, надо видеть в каждом человеке человека. Наши мудрецы талмудического периода говорят, что мудрец – это тот, кто учится у каждого человека. Что значит «у каждого человека»? Мы набираемся знаний и опыта у людей, потому что в каждом человеке есть что-то уникальное, индивидуальное. Мы познаем людей на их примерах. Мы спрашиваем и не пренебрегаем другими людьми. И это только усилит и увеличивает нашу мудрость и знания. Это продвинет нас в этом мире. Есть два важнейших понятия, которые помогут нам сохранить и продвинуть наш багаж знаний и мудрости. Это терпение и скромность. На иврите слово «терпение» – «совланут» от слова «севель». Для того, чтобы человек набрался терпения, он действительно терпит, он страдает. Скромность – это не только природное качество человека. Это развивается у нас в течение жизни. И этому должна способствовать мудрость и знание. Помните, что Бог создал всех разными. Более мудрые, более простые и наивные. Но главное испытание нас всех – не быть высокомерными, не смотреть на всех свысока и уважать. Использование вот этих качеств сделает нашу мудрость, наши знания приемлемы в этом мире. Мы продвинемся. Шалом, шалом.